Привет! DXRacer представил нам новую серию игровых кресел «Валькирия». И от себя хочу напомнить. «Валькирия» — это дочь славного воина или конунга, которая реет над полем боя на своем крылатом скакуне и отправляет всех падших воинов прямиком в небесный чертог, Вальхаллу. И будьте уверены, если с вами что-то случится в игре, Валькирии Яндекс.Навигатор точно не понадобится. Эта серия — ультимативное решение в сегменте премиальных игровых кресел. Благодаря многолетнему опыту и интересным решениям, DXRacer создали идеальное кресло для стримеров, дизайнеров, программистов, геймеров и киберспортсменов, а также для всех остальных любителей проводить много времени за своим ПК. Теперь вам не нужно думать о кредитах, взятых на лечение геморроя, сколиоза в клинике Дикуля, ну и о покупке пояса из собачьей шерсти. Вы просто плюхаетесь в это кресло и начинаете с удовольствием продолжительно смотреть все серии «Игры престолов» или проходить Dark Souls без сохраненок. В отличие от остальных псевдоигровых кресел, кресло DXRacer обладает ярко выраженной поддержкой вашей спины от макушки до поясницы. Кресла серии «Валькирии» оснащены прочным пятиконечным основанием, выполненным в форме паучьих лап. Питер Паркер, ты доволен? Ну а теперь о сильных сторонах «Валькирии». Мощный газлифт с возможностью регулировки высоты кресла, который выдерживает человека весом до 102 кг. Универсальные трехдюймовые колесики, удобные на любом покрытии. Как вы думаете, что объединяет наше кресло и автомат Калашникова? Конечно, простота и надежность нашего механизма качания. Подлокотники регулируются в трех плоскостях. Просто идеально для тех, кто работает со столами с нерегулируемой по высоте столешницей. Пожизненная гарантия на конструкцию кресла. Боюсь, если этот цвет надоест, придется долго ждать его поломки. А их 4 варианта – черный с белым, красным, синим и золотым. Регулируемая поясничная подушка позаботится о вашем позвоночнике лучше, чем тайская массажистка или массажист, неважно. 135 градусов откидывающейся спинки. На нем можно поспать в перерывах между катками. Отличная боковая поддержка, смелый дизайн, износостойкая кожа. А какая приятная на ощупь. Все это делает «Валькирию» при выборе игрового кресла очевидным лидером. Как Лукашенко президентом Беларуси. Как БФГ в Дум. Как двойной опер с хлопенью среди бургеров. Как Памела Андерсон среди спасателей Малибу. Как?